Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как участвовать в турнирах по калибру на площадке VK Play турниры. Для этого зайдите на сайт pvp.vkplay.ru. Создайте аккаунт, либо зайдите уже в существующий. Чтобы подать заявку на участие в турнире, необходимо состоять в команде. Для этого вам необходимо либо создать свою, либо вступить в уже существующую. Давайте я покажу, как создать свою команду. Нажимаете на свой никнейм аккаунта, переходите в раздел «Команды». Далее нажимаете на кнопку «Создать команду», вводите название команды, например, «Любитель калибра». Выбираете игру «Калибр», указываете размер команды в 4 человека. Обратите внимание, что максимальное количество игроков в бою в одной команде может быть 4, поэтому правильно указать 4. Количество запасных минимально ставится 5, вы изменить не можете. Также указываете страну, из которой вы и ваша команда. Вы можете также указать логотип и после этого нажимаете «Создать команду». Команда создана, и вам предлагается скопировать ссылку, по которой человек, которому вы ее отправите, сможет вступить в эту команду. То есть просто нажимаете «Копировать», ссылка скопирована в буфер обмена. Теперь вы можете вашему товарищу, другу или другому человеку скинуть ссылку, нажав на нее, он сможет вступить в вашу команду. Можете перейти на страницу команды, где будет, соответственно, указан весь состав команд, рейтинг, история турниров, история матчей, история изменений, а также кто в ней состоит, всех вы сможете увидеть. Итак, ваша команда готова или вы находитесь в составе команды, время участвовать в турнире. Для этого на главной странице пролистайте чуть-чуть вниз, в списке игр выберите калибр, и вам станет доступен список турниров, на которые в данный момент открыта регистрация. Обратите внимание, что турниры, которые не запросили публикацию организаторов, не будут отображаться в этом списке. Однако, это не означает, что вы не можете в них вступать. Просто для того, чтобы в них вступить, нужно, чтобы вам прислали прямую ссылку приглашения на участие в таком турнире. Вы нажали на турнир в списке, либо перешли по прямой ссылке. После этого вам откроется окно турнира, где будут указаны правила и какие-то особенности проведения этого турнира, а также будет доступна кнопка «Зарегистрироваться в этом турнире». Нажмите на кнопку регистрации, и вам остается только либо ждать, когда организатор вручную одобрит вашу заявку, либо за определенное время до начала турнира, которое в настройках указал сам организатор, вам придет автоматическое уведомление, где вы должны будете подтвердить, что вы участвуете в этом турнире. Уведомление придет прямо на этом сайте. В разделе турнира «Расписание» вы сможете отслеживать турниры свои и других команд, участвующих в этом турнире. Незадолго до момента начала боя капитанам команды придет уведомление о том, что надо подтвердить свое участие в этом бою. После того, как капитаны обеих команд подтверждают участие, они смогут перейти на страницу встречи, где будет указан состав обеих команд и также указан счет текущего матча. Естественно, вначале он будет равен нулю. Организатор отошлет капитанам команд либо номер ID пользовательской команды, где пройдет бой, либо через внутриигровой функционал калибра пришлет приглашение на вступление в комнату для проведения боя. После окончания боя капитанам обеих команд необходимо указать результат боя. Для этого надо перейти на страницу самого боя, и там появится кнопка «Сообщить о результате». Там вы указываете результат вашего боя от вашей команды, а противоположная команда подтверждает этот результат, показав его со своей стороны. Рекомендуем прикладывать также скриншот из раздела «Реплей», где будет указан реплей этого боя, который вы только что сыграли, с максимально точной и расширенной информацией, которая может понадобиться организатору, чтобы быстрее обработать результат вашего боя и внести его в таблицу. Теперь вы знаете, как участвовать в турнирах по калибру на площадке VK Play турниры. А для того, чтобы знать, как создать турниры, смотрите отдельное видео, которое будет в комментариях или в описании этого видео. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши соцсети. Встретимся в бою.